Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. С 2013 года я принимаю участие в проекте Whole World. Для чего нужны вот эти иконки? Речь сегодня пойдет именно об этом. Что они из себя представляют и для чего они нужны? Чтобы узнать, для чего они нужны, надо нажать на каждую иконку. Нажимаю и показываю, рассказываю. Вот эта иконка означает благотворительный марафон. Чтобы узнать, что такое маркетинговая программа «Благотворительный марафон», надо просто на нее перейти. Я не буду сейчас переходить на каждую иконку, я просто вам коротко о каждой из них расскажу. Следующая иконка у нас – это благотворительный фонд «Всем миром». Перейдя на нее, вы попадаете в благотворительный фонд «Whole World». Узнаете все отчеты, познакомитесь с нашими подопечными, кому и когда была сделана операция, что куплено, расходы, доходы, все в благотворительном фонде. Вот здесь иконка «Наша группа ВКонтакте». Обязательно на нее надо подписаться. Чтобы участвовать в конкурсах, нужно быть подписанным на группу. Ну и, конечно же, быть в курсе новостей. Обязательно надо нажать на колокольчик, чтобы вам приходили вот здесь вот уведомления, чтобы были вы в курсе всех новостей. Это наша страница на Facebook, официальная страница. Это страница в Твиттере. Дальше. Наш канал в Telegram. Я на него, конечно, подписана. И узнаю новости о детях, о вебинарах и вообще все новости из этого канала. И вот здесь вот, если вы подпишетесь на наш канал YouTube, там и видеопрезентации на русском, и на английском, и на остальных языках. Проект переведен на 9 языков мира, на самые основные языки. Так что подписывайтесь на группы, на каналы и будьте в курсе всех новостей. Всем пока, до скорых встреч!